Виновник смертельной аварии под Нижним Тагилом скрылся с места ДТП. Водитель «Лады Приоры» так перестроился из одной полосы в другую, что из-за него столкнулись две другие легковушки. Авария произошла на 12-м километре южного подъезда к Нижнему Тагилу. Водитель «Приоры» перестроился из одной полосы в другую и тем самым создал помеху для «Рено Логана», который двигался в попутном направлении. Уходя от столкновения, 36-летний водитель иномарки вырулил на встречку, где столкнулся с Kia. За рулем корейца был 73-летний пенсионер. От полученных травм он скончался в больнице. Его 14-летняя пассажирка и водитель Логана находятся в больнице. И только шашечник благополучно скрылся с места происшествия.